два шаттла приземлились в секторе Дельта. Надо спешить, Инферно! Да! Одна луна. Эти отметины. Асбинатор знает. Вижу инфракрасный свет максимала. Инфракрасный след потерян. Объект вблизи. Диски. Что? Глупая тварь. Ты видел Луну? Да. Луна теперь одна, планета изменилась. Значит... Планета, да. И Мегатрон был прав. Значит, диски. Содержат информацию о будущем. Вот это сила. Но Мегатрон умен. Может, нам с тобой объединиться и забрать эти диски? Отличная мысль. Динобот так думает. Иди вперед. Нет, нет. Эй! Что тут происходит? Он забрал диски, спаси их! Ну уж нет. Он уходит, а я не буду рисковать своим телом. Дура! Эти диски важнее, чем... Ладно, неважно. Вот нужное оборудование. Осторожно! Это мое тело! Конечно. Кому нужен Асбинатор? Пусть лежит и страдает, пусть сам ползет лечиться. Так нечестно. Нечестно. Ну, по крайней мере, оно упало на нашей территории. Да, но еще две достались предаконам, и кто знает, где упали остальные. Мы с Айрезер можем это выяснить. После вас. Ждите нас, друзья. Мы будем на связи. Счастливой дороги. Вы часть этого мира. Пусть он поможет вам. Будь осторожен, тигр. Конечно, котик. Вы что, все с ума посходили? Ладно, хватит этому приятелю спать. Давайте откроем модуль кокон. Нет, это пустышка. Протоформа без искры. Ну вот, какая жалость. И зачем она нам?
Пока незачем. Остается надеяться, что Мегатрону повезло не больше, чем нам. Сканер поврежден. Ошибка репликации. Данные потеряны. Смотри-ка, я тут не один. Кто ты? И, кстати, кто я? Не знаю, парень. Но вот что я знаю точно. Я могу разделать тебя на орехи. Что? Ты что, глухой? Иди сюда, приятель, драться будем. Здесь и сейчас. Ему кажется, что он сильнее меня. Мы ничего ему не сделали. Здесь какое-то недоразумение. Да, этот тип не понимает, что я хочу ему врезать. Очень хочу. Глупец. Боль — это мой друг. И я тебя ему представлю. Ты дерешься нечестно. Эй, ты! Достаточно. Оставь его в покое. Смотрите-ка, герой. Я таких обожаю. О, какое зрелище. Да. Но пока не заняты, мне пора приступить к работе. Компьютер, найди команду активации новых роботов, пока их защитные системы не включились. Идет поиск. Наглецы! Гореть вам в пламени ада! Всем гореть! Это был злой полицейский, а я добрый. Да, я Мегатрон. Извините, произошло недоразумение. Я же говорил. Ты что, поверил этой рогатой жабе? Ты что? А почему бы и нет? Мы ведь предаконы. Вы бы помнили это, если бы не потеряли часть данных при крушении. Красиво излагаешь, приятель, но для меня это пустой звук. Где доказательства? Гони их сюда. Конечно, мой хороший. Я Квикстрайк, и я вовсе не хороший. А меня, кажется, зовут Сильверболт. Да, в моем имени чистота, сила. Да, отлично. Итак, Квикстрайк и Сильверболт, вот вам доказательства. Произнесите код активации предаконов, наведи ужас. Вот так. Видите? Да. Постой. То есть я просто скажу «Квикстрайк, наведи ужас» и... Какого черта? Ты трансформировался! Новая форма, новое оружие! Сильверболт, наведи ужас. Мне не нравится вкус этих слов. Зато каков результат. Отлично, да. Добро пожаловать, новые предаконы. Знаешь, мне все это совсем не нравится. Командира убили, Динобот ушел, Тигатрон и Эйрезер отправились путешествовать, а теперь и ты отключишься. Почему?
А может, нам просто открыть дверь базы и позвать Мегатрона? Нет, я должен. Когда устройство пришельца взорвалось, открылся тоннель. У нас мало времени. И что? Эй! Тебе не приходило в голову, что ты нужен нам здесь? Эй! А ты чего уставился? Отправляйся в небо и найди Динобота раньше, чем это сделают предаконы. Мне лететь? Лететь? Да нет, плыть на подводной лодке. Конечно, лететь! Давай, живо! Давай! Слушаюсь. Их, Оптимус, как ты справлялся? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что на этих дисках? Записи о том, что будет, или только может быть. Если будущее уже определено и неизменно, мне остается только умереть. Ведь быть рабом своей судьбы я не могу. Но если будущее можно изменить, если на дисках говорится только об одном пути развития из миллиардов, тогда их сила бесконечна и все же ограничена. Их можно использовать всего лишь один раз, и после этого они навсегда станут бесполезны. Я могу их уничтожить, но нет, это путь труса. Я должен узнать правду, тогда или диски, или я... Уйдем в забвение. Я подожду. Да. Оно работает, работает. Моя искра восстановилась, а тело стало сильнее, чем прежде. Я живу. Я живу! Живу! Я живу! Да, отлично! Сотрудничество и работа в команде — вот принцип предаконов! А как же подлость и предательство? Мы действуем по-разному. Но наша основная цель — уничтожение максималов. Уничтожение? Отлично. Мне это нравится. Тогда у тебя есть возможность кое-что уничтожить. Смотри! Динобот, отвечай! Тебя вызывает читер! Эй, меня кто-то хочет поджарить! Сильверболт, догнать и уничтожить! Но почему? Он не атакует. Никогда не спорь со мной! Вперед! Инферно! Возьми Квистрайка и следуй за мной! Мегатрон! Полет! Сейчас полетаем! Вперед! За мной летит стая предаконов! Ну что ж, посмотрим, на что они способны. Никто не может быть быстрее и ловчее кошки. А? Но ее можно победить грубой силой. Моторы на максимум.
Это читер. Код срочности 1. Ничего хорошего тут нет. Ну, что ты натворил? Я в секторе Дельта. За мной погоня. Предаконы. У них 2 новеньких, а за мной гонится сам Мегатрон. Ну, котик, ты знаешь, как заварить кашу. Хорошо, мы им подстелим соломку. Включить охранные системы. Автоматические орудия к бою. Ринокс, прости, что мешаю тебе, но тут у нас... Опасность создания Ринокса расширилась до неизвестных пределов. Любое вмешательство может привести к потере искры. Ну вот, как это вовремя. Что происходит? Кто включил охрану? Привет, Динобот. Ну, и где ты был? Что, опять спасал Вселенную? Возможно, что и так. Что у нас случилось? Да ничего такого. Ринокс отправил сознание в космос, а читер тащит на хвосте стаю предаконов. Ну и если они нападут на нас, Ринокс никогда не придет в себя. Так что, в общем... Ну что ж, значит, нужно сражаться, как нам и подобает. Мотор, максимальная мощность! Вперед! Проклятый грызун! Ну нет, ничего у тебя не выйдет! Нет! Предаконы, собраться вокруг меня! У тебя теперь тоже техноформа, да? Но я все равно оторву тебе голову, если ты подойдешь хоть на шаг. Не думаю. Глупая. Я сохранил между нами психическую связь. Даже в этом теле я могу тебя контролировать. Мегатрон вызывает базу предаконов. Тарантул слушает. А, отлично, ты снова в строю. И у тебя техноформа. Да. Оспинатор тоже здесь. На базу проник Динобот, но Оспинатор... Тихо! Присоединяйтесь ко мне. Пора покончить с максималами навсегда.